15 мая в Софии стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин. А через неделю там же, в Болгарии, начнутся соревнования мужчин. Оба турнира будет показывать наш телеканал. И в четверг были утверждены составы сборных России. За исключением Эмина Гарибова, у которого есть проблемы со здоровьем, в мужскую команду попали опытные гимнасты Денис Аблязин, Александр Баландин, Давид Белявский, Николай Куксенков и Никита Игнатьев. С девушками ситуация оказалась намного сложнее. Лидеры команды Виктория Комова, Ксения Афанасьева, Анастасия Гришина недавно были прооперированы. Проблемы с голеностопом и у олимпийской чемпионки Алии Мустафиной. Сейчас на тренировках она работает в полсилы, исключая из своих программ сложные элементы. Но даже вот в таком состоянии Алия претендует на высокий результат. Ее опыт и поддержка будут очень важны для молодых подруг по команде. Анны Родионовой, Марии Хренковой, Аллы Сосницкой и Дарьи Спиридоновой. Ну а для тех... Для трех последних предстоящий старт будет дебютным в составе сборной России. Я прыгаю прыжок только на яму. Как бы высота та же, а приземление мягкое. Со скобы с бревна не делаю, потому что мне проще было собраться один раз сделать там, чем сейчас бить ногу, чтобы мне было еще больнее. Для меня все-таки важно помочь команде. Я представляю, какая сейчас ситуация творится. То, что у нас весь основной состав сейчас на операции с травмами. И я понимаю, то, что надо помогать, нужно потерпеть, выступить.